Так, ну что, здрасте, дорогие зрители, подписчики моего канала. Сегодня попытаемся протестировать пояс от Custom Guns с подсумками IP-шный. Значит, что попробуем сделать? Попробуем сделать старт с третьего положения. Соответственно, два выстрела и, соответственно, тут три пары мишеней по три магазина. Я пока использую штатные восьмерки, не десятки. В общем, посмотрим, как получится. Ну, насколько это, в общем, как хорошо будет получаться. Итак, погнали. Ну вот, как-то так. Выхватывать удобно. Ну, в принципе, то, что они некоторые не совсем падают, это там специфика мишени, когда их будет подпиливать. В общем, такие дела. Большое спасибо, что смотрели.